Порнография во время онлайн-урока. В одну из школьных видеоконференций вторглись неизвестные, которые стали нецензурно выражаться и включать непристойные видеоматериалы. Родители столичных школьников возмущены. Они пожаловались на этот инцидент в городское управление образования. Там сообщили, что проводят проверку. В ведомстве отметили, родители проверили телефоны школьников, но ничего подозрительного не нашли. Проведено совещание с администрацией школы. Кроме того, сотрудники управления образования отправили обращение в департамент полиции. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Мы узнали об этом инциденте от родительницы 5 класса и от учителя, которые позвонили по телефону и сообщили об этом. Сразу мы предприняли меры, собрали на Zoom-совещание весь класс и родителей, чтобы выяснить, кто же мог отправить ссылку с урока другому постороннему человеку. Мы опросили, практически переговорили с каждым ребенком. Дети не в курсе, не знают, что же произошло. Мы сами были в растерянности. Учитель тоже не поняла, что произошло. В школьной администрации назвали предварительную причину инцидента. Вероятно, в конференцию вошли посторонние из-за того, что урок в этом классе проводили впервые, и учитель еще не был знаком с учениками, поэтому всех поименно знать не мог. Напомню, еще в апреле отечественные айтишники заявили об уязвимости платформы Zoom. Тогда речь шла о возможной краже паролей. Эксперты советуют использовать более надежные платформы для обучения, где указаны данные каждого пользователя. В Zoom нет так называемой авторизации, да, то есть вам отправляют ссылку, в которой сразу находится там адрес вот этого урока и пароль. Вот, и если вы переотправите эту ссылку другому человеку, он тоже сможет спокойно войти. Скорее всего, нужно просто переходить на какую-то либо другую платформу, да, где будет именно у каждого школьника свой там логин-пароль, под которым будет авторизироваться. И тогда при таких случаях, по крайней мере, школы, учителя, они будут видеть, с какого аккаунта идет деструктив, да, и начать разбираться.